Оригинально. Люстру повесили на анкера. Сегодня устанавливаю светодиодный потолочный светильничек. Упаковочка от него. 2 года гарантии. Ничего себе. Что здесь пишут? 170-265 вольт, 50 герц, 40 ватт. Максимум 3100 люмен. Температура, ресурс работы больше 15 лет. Ничего себе. Имеем 2 типа светодиодов. Белые и более теплые. Задняя стенка выпуклая. Куда спрятать клеммик? Проблема. На потолке имеется отверстие, в которое спрячем клеммики. Нет, кусочки штукатурки. Я хочу спрятать провод, чтобы сделать разметочку. Отметили. И сверху. Ставим дебелечки. В комплекте клеммиков нет, придется взять свои, японские. Теперь можно подключать и крепить. Сейчас мы ее подвесим. Подключим и прикрутим. Клеммичек. И еще один. Выкрутим крюк. Проводочки спрячем от ворсла и прикрутим. Вот так. Одеваем колпак, прижимаем и проворачиваем. Все, все окей. Сейчас мы поставим батареечку. И чего? Включаем с пульта. Ага. Включить, выключить.
Теперь тут еще какие-то режимы есть. А, вот видишь, это цвет. А, все да? Ночной, а желтый. 100%. Желтый, вот. Сделаю пару отверстий для пульта. Вот это да. Похоже на пенобетон. Дюбелечки. И прикрутим. И вот так. Вот так. Очень даже неплохо. Принимайте работу. С нас все. Хорошо, сколько мы... Там что получилось? Раз, два, три, четыре люстры, 24, 8. 800 получается за люстру. Ага, хорошо. И шкафчик? Шкафчик, ну, мне за такую работу стыдно денег, брать, честно говоря. Ага. Я сборкой не занимаюсь. Четыре ножки. И сюда. И сюда. Протираем Антон. И вот сюда. Так это? Ага. О, замечательно. И вам спасибо.